Роза. История до сей поры. На земле Тереве магия смертный приговор. В деревне Роза сожжена, а мать убита. Когда королева Друзила почувствовала появление новой магической силы в своем королевстве, убежденная в том, что королева стоит за ее потерей, Роза намерена отомстить и вскоре натыкается на группу мятежников, преследующих личную цель. Вскоре группа разделила, оставив позади Фэлла и Уилла, да в последнее время отправиться от ранения, полученного от падшего. Роза и Уилл отправились в Милхевен для встречи с советом насчет восстания. В пути Уилл рассказывает Розе о своих причинах ненавидеть Друзилу. И по случайности сила хранителя в Розе проявилась еще больше. Достигнув Милхевена, Уилл с Розой подставляет сноха Уилл и Маргарет. Сумеют ли девушки сбежать и продвинуться к своей цели, объединить Розу с Шипом? Милхевен, нет, я туда и близко не подойду, ты посмотри, сколько стражи. Из-за тебя нас убьют, Уилл, и ради чего? Мы даже не знаем, там ли Ила. Это дом Маргарет, снохи Илы, не может быть совпадением. Ты вроде говорил, девчонка владеет магией, она не может просто взмахнуть руками или еще что. Нельзя рисковать без силы сопротивления мертвым. Я пойду за тобой или без тебя. Пьярк, ты вернулся, отлично. Что-то мне подсказывает, сейчас будет интересно. Маргарет, что ты наделала? Я покончу со всем раз и навсегда. Кто-то должен тебя остановить от распространения этой лжи. Тебя, твоего фальшивого хранителя. Бросьте оружие, мятежники. Оружие? Ты про эту трухлявую палку? Ты ведь не станешь забирать у старушки единственную оставшуюся в ее годы опор? Не слушай ее, отними посох. Да что она сделает? Я зашла так далеко. Не для того, чтобы горюющая простушка и пара увольнения меня остановили. Хорошо, нам пригодится любое преимущество. Не уверена. На что-то рассчитывала Ила, но думаю, ты их только рассердила. Моя магия, ты говорила, ее провоцирует, и эта необходимость защитить других не действует. Ила, помоги. Можешь отпустить меч, котеночек, чтобы никто не поранился. Забудь про магию, сражайся, Роза. Эти люди убили твою мать и сожгли деревню. Сдавайся, девочка. Такой красотке место на кухне, а не мечом махать. У тебя нет шансов против пары воинов королевы. Может, ты и прав. Кухня – отличное место, чтобы придать остроты. Мои глаза. Ослепила меня Роза на лестницу. Похоже, Маргарет послала за подкреплением. Иду. Их слишком много. Теперь нам точно через них не пробиться. Согласна. К счастью, у старой Краги еще припасена пара трюков. Берегись. По коридору вторая дверь направо. Быстрее. Умница. Поиграем пару минут. Ну и хранитель из меня. Как мне положено спасать мир, когда я даже нас твоих спасти не могу? Больше сюрпризов у тебя в рукаве не осталось? Ага, Ила там в порядке. Вперед, он зовет подкрепление. Нужно сейчас же вызволять оттуда Розу с Илой. Откуда стреляли? Похоже, у нас свое подкрепление. За дело. Друзила, много лет тебя искала, братец. Мы много лет тебя ждали, брат. Присоединяйся к нам. И быть пешкой Друзилы
пойдя против земли, что я поклялся защищать никогда. Я надеялся на такой ответ, Шип. Твоя неспособность использовать магию означает, что ты еще не раскрыла истинную себя. Истинную себя я знаю только, что у меня есть силы, которыми я не умею управлять. Тогда ты знаешь, что нужно делать, Роза. Найти своего Катека. Только он способен научить тебя управляться со своим даром. Но даже не контролируя свою силу, похоже, ты способна творить удивительные вещи. Хочешь сказать, я заставила прорасти лозу? Ну, хотя бы что-то думаешь, у тебя получится спуститься. Это не важно, потому что я не иду с тобой. То есть, как не идешь со мной? Ты должна проделать этот путь в одиночку. Верь в себя и своего Катека. Вместе вы сможете спасти нас. Теперь беги, Роза, беги и не оглядывайся. Хая абсолютно незаменимы. Они наверху, Фелп, Ярк, прикройте меня. За попадание в голову ведь 2 очка. Это не игра, Фелп, сказал проигравший. Убедитесь, что расправитесь со всеми. Нельзя, чтобы короли донесли об этом. Я за Розой и Илой. Условия в деревнях ухудшаются, Ваше Величество. Фермеры бросают свои поля. И с каждым днем прибывает все больше беженцев. Если вскоре не пойдет дождь, в городе не хватит еды, чтобы пережить зиму. Так закройте ворота, болван. Ты искренне веришь, что меня беспокоит жизнь кучки никчемных крестьян? Чем больше помрет сейчас, тем меньше ртов кормить. Мне есть о чем поважнее волноваться. На одного из наших хранителей напали мятежники. Скажи, Лилит, чтобы готовила стражу. Да, моя королева. Отправляемся в Милхевен поутру. Мои падшие еще не вернулись. Что-то мне подсказывает, что эти мятежники не просто группа крестьян. Они испытывают меня и ищут мою слабость. Пап, прошу, я сделаю что угодно. Я просто хочу домой. Я покажу им, что способна править, быть королевой, что у меня есть сила вершить необходимое. О, великий и бесстрашный Балор, магия хранителей вернулась в древе. Даже теперь их силы вот-вот восстанут и уничтожат все, что мы добились. Молю, прими жертву во свидетельство преданности. Нет, я не подведу. О, великий Балор, помоги мне подготовить путь к твоему возвращению и подари этой земле и людям заслуженную награду избавления от всей магии. И тех, кто ей владеет. Ну же, Роза, сосредоточься. У тебя получится. Неудача лишь означает, что ты еще не нашла истинную. Роза. Да, это я. Я, Роза. Я. Поднимайся, заклинательница, и даже не думай использовать на мне свои чары. Простите, и я не хочу неприятностей. Молчать, я точно знаю, кто ты и что ты. А королева знает, что с тобой делать. И я наслаждусь твоими муками. Приготовься к разочарованию, я никуда с тобой не пойду. Ну да, как же. Отпусти. Я величайший рыцарь 7 королевств, а ты всего лишь грязное насекомое, которое нужно раздавить. Если отведешь меня к королеве, она убьет меня. Уж это я тебе гарантирую.
И это правосудие твоей королевы, убийство невиновных людей, которые просто хотят жить в мире. Твои волосы выдают тебя не хуже твоей лжи-хранители. Я видел, что ты и твоя банда отбросов, зовущих себя мятежниками, натворили в Милхевене. Это ты называешь мирной жизнью? Нет, смерть слишком легкая для хранителя наказания за то, что вы и ваши катеки сотворили с этой землей. Владея такой силой, вы позволили людям умирать, пока король Генри старался сделать правое дело и посадить свою первенницу Друсилу на трон. Может, они знали, что истинной королеве не нужно сеять страх и разрушение? Только ей хватило смелости освободить нас и нашу землю от опустошающих хранителей. Она заслужила быть королевой. Друсила спасла нас. Как жаль, что некому спасти тебя. Ты такой же сумасшедший, как она. Я сделаю все возможное, чтобы с вами обоими покончить. Но попробуй. Слезь с меня. Тихо, ты слышал? Слышишь ли ты меня, хранитель? Это твой катек, шип. Мне нужна твоя помощь. И я сказала, слезь. Я иду, шип. А ну вернись. Шип, где ты? Как мне тебя найти? Давненько я не гнался за хранителем, но раз ты сама решила превратить это в игру, то кое-что тебе следует знать. Вот черт. Я ненавижу игры. Роза, ты близко, я чувствую. Сосредоточься на моем голосе, закрой глаза, и ты тоже должна меня почувствовать. Закрывать глаза сейчас не вариант. Воздух пронизан твоим страхом, хранитель. И если тебе сейчас страшно, то это ты еще не знаешь, какие у меня на тебя планы. Королева Друсила сказала привести тебя живой, но не сказала, насколько целый. Дыши, сосредоточься, ты можешь. Попалась? Убегая, ты лишь оттягиваешь неизбежное. Отдайся своей себе, девчонка. Я пытаюсь, но ты к ней не относишься. Нашла. Прочь от Катека. Время вышло, конец игре, хара. И что это тут у нас? Похоже, шип, насколько рад видеть нас, что приготовил подарок.